певец Олег Яковлев невесту нашел еще 11 лет назад. Ей стала преданная поклонница группы «Иванушки» журналист Александра Куцевол. Именно благодаря ей Яковлев разорвал отношения с подростковой группой и отправился в сольное плавание. Теперь же самостоятельную творческую единицу я встретил на вечеринке компании «Audi» и узнал все подробности его новой жизни. Сегодня я встретился с Олегом Яковлевым, который рассказал мне о своей личной жизни и показал, как надо веселиться в Москве. Всем здравствуйте, Москва, Москва 24. Я гражданин Москвы, у меня есть прописка. Я раньше не был заядлым тусовщиком, но теперь я часто прихожу на значимые события. Мне это очень нравится. Александра Куцевол и невеста, и продюсер, и директор, и бухгалтер Яковлева в одном лице. Говорят, именно она подтолкнула Олега на развод с «Иванушками». Теперь у певца дел не в проворот. Сегодня нужно покорить публику Воденцова, завтра гимн для Олимпиады написать. А что за локация такая главная? Одинцово. Во-первых, звучит красиво. Одинцово. Одинцово. Во-вторых, я в прежнем составе, когда еще участвовал в этой группе, которая называется «Иванушки», мне кажется, я был просто в каждом уголку нашей страны. Мне кажется, что где бывает концерт, там хорошо всегда. Мне кажется, когда бывает концерт, а если он, как у меня, практически каждый день, то, значит, это я востребован. Я знаю, что ты пишешь какой-то специальный трек для Олимпиады. Это абсолютная правда. Есть легендарная песня «Олимпиада 80» Давида Тухманова и Роберта Рождественского, которая «Олимпиада 80». Я сделал кавер-версию, которая зимняя. И на самом деле это большая моя удача, потому что я там так спел, как «Соловей». Я очень горд этой работы. Вы ее обязательно услышите. Может быть, даже сделаю такой шорт-клип. До презентации песни еще несколько месяцев. А пока можно насладиться визгом резины и звуком мотора новенького «Audi».